Добрый день, дорогие друзья! Салам алейкум из Казахстана! Сегодня ролик будет посвящен не теме зарядки аккумуляторов, не зарядки, а вернее обслуживания аккумуляторов. С этим у нас, я надеюсь, будет тоже все нормально. Работки хватает, работа есть, работа кипит. Контента, как говорится, очень много. Ну, будем так говорить, достаточно для того, чтобы пилить какие-то ролики, но сделал небольшой перекур, небольшую передышку. Связано это в первую очередь с тем, что немножко, ну, мягко говоря, мне не здоровилось, поэтому немножко перекурили с нашим основным контентом. А сегодняшний контент будет посвящен, как вы уже догадались из названия ролика, моему приобретению. Как говорится, сбылась мечта идиота. Сразу хочу сказать, чтобы те люди, которые случайно попали на мой канал, на наш канал, друзья, и кому режет ухо, уши или слух, не знаю, что там режет, мое просторечие, междуречие, как это правильно сказать, мой разговор, мое объяснение, мои объяснения, я не подбираю слов, я говорю так, как я думаю. Эти девочки, мальчики из каналов «Природа», этот естествознание, наука и техника, что там еще, ну, где говорят чисто научным таким популярным языком, вы ошиблись каналом, поэтому чтобы не писать ваши гнусные комментарии, что убирай свой мат из своей речи и из роликов. Поэтому проходите мимо, а остаются на канале, на просмотре этого ролика только мои друзья, соратники и, хотел сказать, собутыльники, блин, не пью, соратники и те, кто понял или понял и оценил нашу работу, наши методы и солидарен со мной. Итак, друзья, вот получил посылочку, шла вот такая посылочка ДНС, а ЕМС, ДНС. Посылка шла с 30 декабря, а 29 декабря 18.01, сегодня 10 января. Ну, видимо, добиралась либо автостопом, либо, не знаю как, пешком вообще шла с Шымкента. Но, слава богу, добралась. И вскрытие, распаковку будем производить под камеру, дабы уберечься и предостеречься от того, чтобы эта посылка, чтобы в этой посылке у нас оказалось именно то, что мы ждали столько дней. Так, сейчас поставлю камеру на телефон, на штатив, камерный телефон, телефонную камеру на штатив. И продолжим нашу распаковку. Сразу хочу сказать, что, наверное, возможно, это у нас последняя съемка на этот телефон. Как и что, постараюсь объяснить в продолжении этого ролика. Итак, продолжаем. Продолжаем или начинаем? Короче, начинаем вскрывать. Аккуратно.
и бережно. Такой целлофановый пакетик. И... Ах, ручку отрезал. Ну, елки-палки, хотел в магазин сходить за пузырем. Обмыть же надо. Придется в карманы сложить. Итак. Опачки, обачки, вот он. Так, это что за выемка? Так, ну что, друзья, пломбы на месте. Пломбы на месте. Телефон опломбирован. Что это у нас такое? Гарантийный талон без печати недействителен. Угу. Ну что, волнительный момент. Так, наверное, кому не нравится вот эта вот моя обстановочка, тоже прошу чату с канала, потому что у меня нету специальных каких-то зон, где можно снимать, где чисто и уютно. У меня все по-рабочему. Так, ну, надо плюнуть на палец и попробовать вскрыть пломбочку. Опачки. Одна есть. Одна есть. Положим ее рядышком. Сохраним для потомков. Вторая. Опачки. Так, друзья, все эти годы, не года, практически 4 года я снимал на телефон Samsung S10. Качество видеозаписи вы, наверное, оценивали не раз. В принципе, оно меня тоже устраивает. Но почему я решил поменять свой телефон и приобрести другой, посвежее, поновее и помощнее? Вот ключевое слово — помощнее. Дело в том, что вот те ролики, которые я начал выкладывать в последнее время, это с камеры Insta360 S10, он очень тяжело справляется с теми задачами, которые я ставлю перед ним. Телефон греется, и, допустим, на ролик, 10-минутный ролик, у меня уходило, ну, до, блин, чтобы обработать более-менее его, до 2 часов. 2 часа обрабатываю 10-минутный ролик, порядка 2 часов. А для того, чтобы выложить в интернет с телефона, не с компьютера, компьютер у меня тоже очень древний, следующее мое приобретение, наверное, на что, к чему я буду готовиться, это будет компьютер. Компьютер нужно обязательно поменять, потому что очень хочется применить какие-то новые методы, новые решения. И, ну, не то, что облагородить свои ролики, но сделать их более форматными и более интересными. Так, а как это вытаскивается-то? Ох ты, блин, ох ты, мама дорогая. Заказал зеленого цвета. Вот такого света телефон. Цвета, не света, а света. Не света, а цвета. Сразу заказал причиндалы к этому телефону. Вот эти стекляшки на камеру. Парочку чехлов. Вот такой чехол. Вот такой чехол. Значит, быструю зарядку 45 ватт. Ну, посмотрим, насколько там 45 ватт. Что еще? Так, быструю зарядку. Вот такую вот, где она у меня, автомобильную, а вот она,
Короче, вот все такие аксессуары, которые помогут мне дальше владеть этим телефоном. Прежде чем, да, еще заказал пару стеклышек. Прежде чем мы продолжим, я сразу после отклейки вот этого стекла, вот этой черной ленты или пленки, короче, бумажки, сразу наклею стекло, пока чистый экран, не заляпанный, не уляпанный. Если, да, еще вот, пока не забыл, по поводу, несколько пятачков вставлю по поводу монетизации. Если кто-то думает, что я купил это все за счет монетизации, друзья, за 3 года, да, у нас в Казахстане монетизация не отключена, но она не работает в полную меру и в полный рост без российской монетизации. Дело в том, что в России отключили монетизацию YouTube. И за 3 года я получил $360. Google мне выслал 360 или 300, нет, наверное, $380 американских за 3 года. Телефон стоит, ну, можете сами посмотреть, сколько стоит такой телефон S23 Plus. И перевести это в доллары, ну, он стоит гораздо дороже. Так что монетизация здесь ни при чем. Много это или мало за 3 года, решайте сами. Иногда мне саму непонятно, для чего и для кого я пилю контент. Но мне становится понятно после ваших благодарных отзывов, благодарных комментариев, то, что ну, порядка, сейчас у нас порядка 16,5 тысяч человек на нашем канале, на моем канале. И если из 16,5 тысяч 16 тысяч человек поняли принцип зарядки, значит, все это я делаю не зря, трачу свое личное время, энергию, средства, значит, все это в принципе сделано было мной не зря. Итак, сейчас немножко приостановим запись, наклею стекло и продолжим нашу распаковку. Да, пишут в комментариях, что сбиваюсь с мысли, иногда говорю не в попад, не в тему. Друзья, ну такое бывает, такое, это в процессе работы. Я не пишу сценарий для роликов, я не записываю на бумаге, не читаю с листа. Все делаю, хотел сказать, эскортом. Вот, блядь, эскортница гаражная, блядь. Экспромтом. Эскортом, блядь. Делаю все экспромтом. Пишу ролики по состоянию души. Именно тогда, когда мне это хочется сделать. Когда мне это охота сделать. Через «не хочу» или через «не могу» я ролики не записываю, не отвечаю на комментарии, когда нет настроения. Потому что я боюсь кого-то либо обидеть, либо ошибиться, сделать какой-то выброс такой, что человек потом будет чесать репу и думать, блядь, он что там, о чем он там вообще, он думает или не думает, или... Ну вот как-то так, давайте наклею стекло, и мы продолжим то, ради чего затевался этот ролик. Ну что, наклеил стекло, хорошо, что заказал 2, заказывал на Вайлдберрисе вот такую жуть. Появился, что это там что-то связано с керамикой. Первое стекло очень плохо наклеилось,
с пузырями. Ни о какой олеофобке разговору здесь не может быть. Вон пятна остаются от пальцев. Поэтому буду заказывать гидрофобка, или как ее называют, пленку. Так, что-то у нас маловато света, по-моему, света. Открываем. Вот так вот. А, блин. Нет, так не пойдет. Брызгает. Так, ну что, первое включение телефона. Посмотрим, что нам покажет Samsung. Ну, не включает. А, нет, включился. Да, и основной параметр. Блять, параметр. Нет. Основная причина, по которой я все-таки решил поменять телефон, это, конечно, автономность. S10 начал уже садиться очень быстро. Надолго его не хватало, буквально 1,5-2 часа экрана. При записи очень часто приходилось заряжать. При монтаже роликов практически постоянно телефон стоял на заряде. Приходилось пользоваться зарядкой. Вот именно поэтому выбирал очень долго. Были варианты с китайцами. Но остановился все-таки на Samsung. Так, ну что, настройки, все это прочее показывать, друзья, не буду. Сейчас буду перемещу данные со старого телефона в новый. Параметры, все это прочее вы можете найти на YouTube роликов с подробностями про этот телефон полно. Поэтому на этом останавливаться мы не будем. Поэтому. Ну что, друзья, поздравляю себя с покупкой. Ну, в какой-то степени и вас. Надеюсь, что ролики наши будут уже другого качества. Вот, блядь, трещина, что ли? Конечно, трещина. Кошмарные стекла. Буду заказывать гидрофобку. Гидрофобка, пленка намного лучше, чем вот эта вот хрень, которую я заказал. Ну что, я буду переходить к настройкам, друзья. Всем хочу пожелать удачи, здоровья, благополучия, мирного неба над головой. Ну и, конечно же, друзья, конечно же, берегите свои батарейки. Всем пока и удачи!